Глава администрации города Кинешма Андрей Чужбинкин задержан правоохранительными органами. Правительство Ивановской области окажет всю возможную поддержку в расследовании уголовного дела. Как сообщает пресс-служба правительства, руководство региона было в курсе следственных действий в отношении ряда глав муниципалитетов и активно взаимодействует с полицией. «Любые коррупционные проявления должны тщательно расследоваться и предаваться огласке», заявил зампред правительства региона Владимир Калинкин.